Всем привет, я Виталька Проджект, и сегодня я расскажу вам, как я писал свою эту пьесу. В общем, сидел я, переписывался в чатике ВКонтакте и пошел заварил себе кофе. И вот попил я кофе, и пошла у меня такая вот творческое настроение, и я начал творить. Собственно, пьеса начинается с таких шумов. Собственно, они и были в самом начале, то есть вот все пошло вот именно вот как оно есть, вот так оно и есть. То есть там я потом минимально изменял и, в общем, записал это все дело, ну, в секвенсоре. Потом, конечно, была обработка через аналоговый тракт, но это уже такое. И, в общем, идея пошла вот эта вот, ну, как бы... совместно с тем, что пролетала комета, и, собственно, трек так называется, и, в общем, ну, контекст появился такой. И потом я месяца, наверное, на два забросил, ну как, просто периодически слушал, да, там надо что-то поправить, и, короче, ну, не до того было. А это вот в последнее время прям пошло нужное настроение, прям вот, ну, прям круто, короче. Я решил, надо это добить и опубликовать. Пока.